Выпавшие во вторник осадки застали рязанцев врасплох. Многие из них не сумели изменить стиль вождения и попали в дорожно-транспортные происшествия. Одни не успели затормозить, другие пропустить автомобиль, пользовавшийся приоритетным правом на дороге. 28 января примерно в 13 часов на северном обходе водитель автомобиля Land Rover при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю Ford Focus, двигающимся по главной дороге, и совершил с ним столкновение. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир Ford Focus были госпитализированы. Проводится проверка, все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия уточняются. В результате произошедшей аварии на северной окружной дороге образовалась пробка протяженностью 2,5 километра. Сотрудники госавтоинспекции напоминают рязанцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и просят пересмотреть стиль вождения на зимний период, поскольку выпавший снег изменяет как тормозной путь автомобиля, так и траекторию его движения. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».